Друзья, привет! Сегодня я приехал на речной вокзал встречать своего отца. Его теплоход приходит около 15 часов. Сейчас я перекушу, немножко прогуляюсь. Надеюсь, с мачты. С палубы его будет видно. Ну, в общем, сейчас все увидите. Так себя. Извините, а вы не подскажете, Константин Федин приходит на треке, причем? Вы знаете? Третьим все забито. Ну, в 3 часа должен вроде бы. Батька где-то там. Ты сейчас где? Ты сейчас на левом борту, нет? Я на правом борту в каюте. А, я-то тебя уже вижу, вы сейчас будете швартоваться. Да, швартоваться, а что, левым бортом был? Наверное, сказали, вы будете борт в борт. То есть, чтобы на землю сойти, нужно будет через другой этот теплоход переходить. Да, через другой, понятно, тогда. Ты сейчас что у себя там из окна видишь? Там самолет стоит, эта амфибия, и лодка подводная, да? Да-да-да, вот как раз пушки напротив окна. Да-да-да. А я на другой стороне. Вот он, красавчик, паркуется. Точнее, швартуется. Только жалко, что они швартуются борт в борт. То есть они не будут швартоваться прямо к пристани. Пойдя. С прибытием. Ты как? Нормально? Пойдем туда, на солнышко, напротив кораблей, может, фоткаемся? Пойдем. Я помолот. Слушай, а я с этим... У меня сумка не выходит за рамки коляски? А? Сумка за рамки коляски не выходит? За рамки хулёж нет. Тогда нажимай какую-нибудь кнопку. Нажимай. На камеру не обращай внимания. На обоих, нажалуй. Всему лезть должны. А? Вроде лезть должны. Вот этот первый пришел. Там, наверное, выходи. Никого там нет. Заходи тогда первый, заходи. Чтобы не закрылся. Так. Там эти ножки нормально? Так, чуть-чуть вперед еще. Можно? Добро. Ай. А тут сумка моя немного торчала. Ну-ка, видишь, меня где я? Вот ты где. Но лифты нифига не советские, да? Ну, явно. На третьем мы будем выходить. Сейчас вот вперед выходи туда. Ага. Третий этаж. Понятно. Так. Подойди. А, полусумку мне дать, чтобы... Давай. Все, давай. Тут лифты отремонтировали. Ну да. Вот не работает. Вот смотри, так, Леонид Ильич. Да. Много уважаемых. Это же он, да? А? Это же он, правильно? Он. Ничего себе, смотри. Что такое? Какой же вы? Наш номер там будет. А? Второй этаж. Что такое? А это же Жуков, да, или кто? Да, Георгий Константинович. Вот именно его. Жуков. А чего ты там уркал? А он просто гаснет. Да? Да. На себя может пронести. Вот, а тут. Так, я вот здесь. Так, видно меня, нет? А где видно-то? А ты на самый кранчик коснись просто. А-а-а. И поверни. А вот это мужик наш. А это, не знаю, наверное. Это который, по-моему. Говорил, я вам покажу Кучкину мать. Это он или не он? Не, не он, не похож. Чего, как не он-то? На Хрущева? Ну. Да, не похож. А что, не похож?
Ну ладно. Хотя. Нам с ними не сидеть. Окей. Он же памятник, кто его посадит. А лестница там он, да? Что мало ли этот. Ну что, бать, добро пожаловать в Советский Союз. Да. Наш номер 320 евро. Да, не добыть. А вообще-то надо на карте написано. $321. Там, тарам-тарам-тарам. Такие массивные. Ой, даже такой чеки не затянул. Так, ключ электронный, я так понял. Ну да. Так. Так ты вот так вместе что-то прикладываешь. Даже не доставай. Он сработает тоже. Да. Ну да. Это повыше. Это? Да. А может к дверям, к ручке, не знаю. А это звонок, все, открыл. Да ладно, смотри-ка. Палас прям советские точно. Так. Чего? Свет включи еще, пожалуйста. А слушай. Выйдя без ключа, не захлопнется. Вон вода даже есть. Да и все, да. Нихуя тут кроватище, блядь. Вот такой вот у нас номер. Точнее, не у нас, а у бати. Вон письменный столик есть, там ты будешь писать мандаты. Да, это вон вот так. Сейчас поближе. Да. Подожди. Сейчас, вот. Запишем. Примем, да? Будь товарищ, кому на прием будет записываться? Феликсу Эдмундовичу. Да? Ага. Вот я не знаю. Лампу еще включи. А? Лампу включи еще. По срочному вопросу. Очень срочно. Дело государственной важности. Особой государственной важности. Я не знаю. Не включается. Насколько особой? А у вас что за буржуазные штуки на столе? Где? Вот они. Это? На Америку работаете? Я даже не знаю, что это за штуки. Лампочку достали пока. Ну, нас тут пока не было. Ну что там, два вот. Сама рама уже деревянная, ручки какие-то. Рамы, да. Макс, ты камеру держи только прямо. Но узбеки там деревянные. Он к этому, к завертушу, к шпингалету. Поближе сделай. О, какой. Потрогай его. Шпингалет. Открывается хоть? Так, во. Вот так. А, там это прям да. Такое. Штырь вверх-вниз. И вверху вот на форточке, обрати внимание, эти, как на так, но только они бронзовые, по-моему. А давайте теперь угадаем, что здесь. Да, ты потайной дверью. Да, так, ну, пальцем. А вдруг там собака? Или скелет в шкафу? Что скелет, наверное, эти? Сейф. Покажи. О. Где ты? О, это я. Телефон есть для связи, спецсвязь. Где? Вон. А, ну да. Все в стиле, да, в советском. Вот кого-то пытали, наверное. Пришел вот на прием, наверное, такой. Ага. Это у нас аджика домашний. Аджика. Аджика. Ага. Мы ее перегружаем в этот отсек. Это у нас... Помидорчики? Помидорчики. Соленые, маринованные. Ну, видно, дочка готовит. Ага. Так. Это у нас грибочки. Ну, это я знаю. Это рижик. Называется рижик. Ага. Так, рижик. Что, потолки прям высокие. Оп. Блин. На столик поставь слева от тебя его. Из Углича, да? Это я. Студенные. Оп. Да, Углич вот здесь.
Явно вот так это написано. Ага. Не проверено, не колото, ничего. А это фирменная ложка с дома родного. В общем, это туда в пакет положим. Ага. Продолжаем осмотр помещений. Здесь типа прихожей такой небольшой. Тапочки. Тапочки обязательно надо одеть. Как я без тапочек тут буду ходить? Правильно? Thank you for no smoking. А, курить не можно. Нельзя. Yes. Это я не знаю чего. Не знаю, что такие баночки было. Ну, это на дверь вешать, чтобы нравится, или уберите, или постирайте, что в прачечную, чтобы к тебе прибежали, все постирали. Так, сейчас вот санитарный узел. Угу. Зеркало большое. Здесь у нас умывальник. Это здесь туалет. Здесь различные полотенца на полотенцесушителе. Это для ванны, для т.д. и т.п. Такая здесь ванна со шторкой. Полотенца здесь, это тут для ног, вероятно, и т.д. и т.п. Это мусорница. Ну, довольно-таки такая комната, не тесная, объемная. Скажем так. Прям так. Мягко, не? Хорошая. Все, бабу тут тебе подвох. Да, тут больше не одну. Ну, у меня вот такая, наверное, дома. Вот такая. В общем, прикрывать мой. Отлично. Замечательно. Ну что, идем в ресторан? Лампу настольную. Конторку. Был у меня миллион пять, я бы ладно. Закрывать так же включен, да? Она, наверное, не знаю, автоматически должна. Вот только заборчик такой есть на этой. Это цепочка, да, ведь. Советских людей, где цепочка была, да, опа. Так, приоткрыл вот. Тянь-тянь. Че это? Тревога. Сейчас приедет ОМОН. Не знаю. Она у нее на цепочке это открывает, даже на сигнализацию видно ставит. Не знаю. Как это будет на коврике начинать? 3-2-1 у тебя, легко запомнить. Ковры такие. Вот мне бы что-то напоминает, как у тебя в кабинете раньше было. А? Тебе надо еще в форму милицейскую и папку взять. Как раз как это. Так, нам куда? Туда. Так же, да, на этом. А там по переходу? Ну, там немножко идти, там рядышком. Паркет скрипучий. Это разбрали. Это не по-советски. А, мы на первом? Да. Вот нам туда. В этих хоромах-то не хочешь фотографироваться? А? В хоромах-то в этих не хочешь сфотографироваться? Ну вот так. Да. Или потом, может, с фотоаппаратом попросишь? Нет. Чего? Вот завтрак у тебя будет здесь. А? Завтрак здесь будет. Я еще приду, что мне. Скажи, вот я из такого-то номера. Дайте мне еда. А, видишь, потом на ресепшн. Ну да. Там как раз, видишь, свадьба идет. Так мы бы там были бы. Так-то мы были бы там. Но у нас зеркальный зал. Вот здесь вот. Заходим. Да. Прошу. Ну, тут даже нет никого. Я, в общем, забронировал либо один круглый большой стол, под который я попадаю хорошо, либо какой-то из этих. Подождите, пожалуйста, нас сюда. Ага. Вот при этом мы выберем, вы где-то здесь будете? Здесь, здесь. Отлично. Спасибо.
Мы выбрали такое меню, сейчас вы просто обалдеете, что мы взяли. Селедки? Для которого? О, я не знаю, как. Вот какая из них для рыбы, какая из них? Селедку? Ручку? Да. Грузди костромские у нас. Грибы-то? А, ну все тогда. Отлично. Как раз у нас сейчас будет аперитивчик небольшой. Пока готовится основное блюдо. Основное блюдо. Туда что-нибудь положить? Грибочков? Давай. Так. Туда, туда? Да. Вот туда рядышком. Со сметанкой перемешать. Так, так, чуть-чуть просто. Ну что, давайте, подводочку, селедочку. Подводочку, селедочку. Грибочки. Грибочками, да? Я уйду с кадра. Будем? Здорово. Оттаешь рыбка водой. Что, и водка не противная? Чего? Не противная водка. Нормальная. Картошка даже горячая. Серьезно? Да. По-деревенски? Да. Она подсолена. Грудь настоящий. Стоящий? Это не вкуснее. А не раньше. Видно, почему их мало стало вести. Я такое детство помню. Я даже не знаю, добрее немного поставить. Говорят, что ваши готовятся там все. Отлично. На груди этих самых редко вообще выпадают. Играть мы в тайме, чем в России. Ты вот грудь нашел, ты там кровину здорово наломал на одном месте. Ну что, я грудь давно не ел. Такой своеобразный вкус. Но, что вы говорите, что у грудя очень радный, оригинальный, ты ничего не перепутаешь. Нам принесли дичь. Медвежатину. А для чего? А там это морская капуста. Какая? Морская капуста? Это капуста. Нет. Ну, чего? Сверху ее лежат крабовые фауны. Краб. А чего я съел? Водоросли? Да. А вон там стейк и съемки. А вон там стейк и съемки. Да. Такие, что на выбор? Я, наверное, крабика съем. Кого? Краба, наверное, съем. Вот это. Медвежатинки я пробую. Медведь. А ты возьми прям себе эту тарелку. Нафига мне. А я смотрю, картошка как всегда. Ну, что-то пахнет лесом. Лесная одичь, как она. Все равно от нее потребительный запах. Да, есть? Есть. Хоть халяву, хоть площадь. Ну, халяву, помню, ел запеченного, жареного, просто. Оно все равно, ну, то, как приготовить, ну, потребительный запах леса все равно останется. Да, это мишка. Прям медвежатина, да? А? Вышка, бачу, да. Медвежатина, крабы, эти грузди костромские. Семга, да. Семга. Так, хлебушек, поверь. Здесь вот оно чего-то наливает такое. Ну, тут такой зажиточный Советский Союз. Ну, понятно, что здесь просто же такое, таких не было заведения. Ну, это не видно, а герои там советского, нет. Да-да. Социалистического там... Давай, в общем, выпьем за советскую эпоху. Давай. Как же на... В общем, я плохого, нет, ничего не скажу. Лишнего. Путь ее. Великая держава. Великая держава была. Все боялись. И уважали. Бояться одно, но и уважать еще.
Я не буду отключить вот это все. Да. Всем это там. Это краб. Понял. Давай, брат, давай. Впервые пробую краба. Должен быть настоящий. Краб уже ничего. Понимаешь? Да, медведь, да? Медведь-то? А? Медведь? А хоть медведь, как краб. Согласен. Я ходил у вас, искал, чтобы сказать, что горячий стоит. А вы туда же далеко ездите? Нет, там, не, мы сейчас по подирам курим. А курить туда есть? На крылечко вы будете. Вот здесь можно. А где? А вот прямо вот отсюда выходит слева дверь. Где в Алгасе написано? Вот прям выход вот здесь. Вы, наверное, в гостиницу шли. Ну, мы перед ресепшеном повернули телефон. А, ну, вот он есть, Миша. Наверное, там, где в ЛКСМ написано. Так там бежит. Ресторан. Это ресторан. А там вход в гостиницу. Ну, не знаю. Нашли. Куда мы идем? Стейк и семги, говорю, поливаем лимонным соком. Будем купа 3. Ну, кушаем, кушать. Так, блин. Ну, что там? Красота. Батька. Вот так вот, ребята.